Рафаэль нежный, тонкий, изящный. Вот все, что я говорю, чистая правда. Но когда мы будем говорить о Рафаэле галереи Боргезе, вы услышите про Рафаэля то, чего никогда не слышали. Я скажу только одно слово. Он был прекрасный художник, но он очень сильно завидовал Леонардо да Винчи. Он пережить не мог того, что Леонардо, при том, что у Рафаэля тоже была школа, тоже были ученики, которые им восхищались. Более того, его дядей был архитектор Браманте, который построил практически весь Рим. И по блату Рафаэлю дали возможность расписывать станции в Ватикане. Но куда уже выше? У Леонардо не было этой возможности. Завидовал Кузьма. И когда мы будем говорить о галерее Боргезе, я вам покажу работы Рафаэля, которые он делал, потому что хотел переплюнуть Леонардо. И вы будете судить, получилось или нет. Дальше. Знаменитая картина Якопа Тинторетто «Сюзанна и старцы». Сюзанна, Сюзанна, разные транскрипции. Они не могли спокойно смотреть на эту красавицу и стали ее принуждать к тому, чтобы она занялась прелюбодеянием с ними. Она была чужая жена и любила своего мужа, не собиралась ему изменять, тем более с со старика. И тогда они попытались ее шантажировать. Они сказали, что это были два человека из верхушки власти, которые могли влиять на судебное производство. Они сказали, что будет сфабриковано дело, где будет доказано и будут приведены к присяге свидетели, которые докажут, что она занималась прелюбодеянием с каким-то молодым человеком. Она изменила своему мужу. В том городе, где жила эта женщина, прелюбодеяние замужней женщины каралось смертью. Она не пошла на эту провокацию, на этот шантаж. И суд ее приговорил к смерти. И в последнюю секунду, когда ее должны были казнить, появился пророк Даниил, который остановил руку палача, и она была оправдана. Доказана ее невиновность. И вот этот сюжет Сюзанны и старцы демонстрирует нам с вами на самом деле не столько библейский вот этот сюжет, сколько прелести венецианской женщины, о которой я уже вам говорила, какой типаж художники считали прекрасным. Это тело в музее. Вот такое впечатление, что оно изнутри, с другой стороны картины, с другой стороны холста подсвечено фонарем. Есть такое ощущение? Такое чувство, что вот этот перламутровый усиливается каким-то прожектором с другой стороны полотна. Но на самом деле это вот такова венецианская живопись Тинторетто. И когда мы были в галерее Академии, я не зря показывала вот это Тинторетто. И это художник, который был кумиром другого гения, испанского гения Эль Греко, который копировал Тинторетто, потому что он восхищался им и шел по тому же пути. Дальше. Это тоже Кьяроскуро или это другое? Нет, это не Кьяроскуро, я покажу Кьяроскуро. Еще знаменитый, перезнаменитый Арчимбольдо, Джузеппе Арчимбольдо, художник позднего возрождения, художник, который, он миланец, которого пригласил к себе сначала один король, потом второй, потом третий, того он служил у трех королей. И все короли были от него в восторге, потому что кроме того, что он прекрасно писал портреты, он замечательно готовил театрализованные постановки, развлекал своих властителей.
Он замечательно готовил еду. Он писал музыкальные произведения и исполнял на разных музыкальных инструментах. Никого не напоминает? Другого гения, только более высокого ранга. Вот то, что я перечислила. На кого это похоже? На Леонардо. На Леонардо. Арчимбольда, так же как Рафаэль, был болен Леонардо. Он хотел вступать в свет, вот как Леонардо. И он хотел превзойти Леонардо. Поэтому он придумал новый вид искусства. Он стал делать портреты, созданные из разнообразных даров природы. В данном случае мы с вами видим из серии «Времена года» осень. То есть портрет, созданный из яблок, груш, чеснока и так далее. У него, у нас еще есть Арчимбольда. Покажи еще следующий. У него, кроме времен года, это весна. Есть серия стихий. У нас два изображения или еще есть? Вот огонь. Стихия огня. Эти портреты пользовались огромной популярностью, и музей, Венский музей искусств владеет 4 портретами времена года и еще несколькими работами, которые в запасниках время от времени их показывают в экспозиции. Невероятно был популярен у королей этот художник, потом забыт на 300 лет. Потом в конце 19 века они вспомнили. Сейчас мы отдаем ему дань. У меня есть такая фраза, которую уже те, кто давно ко мне ходит, знают. Ребята, это второй ряд портретов. Это не первый ряд портретов. Потому что свой талант человек разменял на фокус. Вы понимаете, о чем я говорю? Ему так хотелось нравиться, что он придумал фокусы. Он писал не потому, что вот как писал Леонардо или как работал Микеланджело. То есть гений говорит свое, он должен слышать себя прежде всего. А если талантливый художник работает в стиле «чего изволите» и «как бы мне вам понравиться», он свой талант меняет на фокусы. Поэтому это замечательный художник, но второго ряда портрет.